Мое назойливое упрямство привело меня опять на этот же водоем, где я был в последнюю рыбалку. Мне показалось, что я его не победил. Провитание усим. Сегодня будем продолжать бороться и искать рыбку. В прошлой рыбалке у меня вот такой пикшат, который отфишпагнет. Я пытался оснастить более грубой оснасткой, и он не очень хорошо работал. Хвост был как бы вообще никакой. Но я изготовил поменьше вот оснасточку. И поэтому будем сегодня пробовать. И фишмагнит пускай нас выручает. Это на крупную щуку, если она здесь есть. И сегодня я взял второй спиннинг. Нафанаил уже в ожидании, в томительном. Второй спиннинг, чтобы отдыхать от тяжелых приманок. Будут там вертушечки и твичинговые. Будем пробовать. Идем рыбачить. Ни хвоста, ни чеши. Первый заброс. Я не хочу, чтобы что-то там клевало. Постараемся. Ух ты! А ведь был удар. Ё-моё! Зачем ты мне нужен? Хорошо, что я ничего не вытянул. А ну-ка. Пока нормально все. Опа. А вот теперь, пожалуйста, будем медленно тянуть. Вальяжно, пускай она переваливается. Справа налево. А я уже посмотрел, она хорошо идет в воде. Вправо налево, даже кверху пузом иногда. Так, подворачивается, уже до травы я дошел. Это уже слишком медленно. Так. Так. Значит, чуть-чуть побыстрее дадим. Карпятников сегодня вон сколько много. И на другом водоеме там вообще... Каждый карман был занят. Трава. И вот теперь я делаю быстро. Раз. Замену спиннинга. И более легким спиннингом. Сейчас мы попробуем вот такой вот поперек. Неправильно сказал, не поперек. Сейчас он будет работать у меня как волкер. Там... Просто две скобы зацепа. Так, что такое? Заклипсовано у меня. И вот так попробуем. Вон он работает. Работает как поппер больше, чем как волкер. О, начал немножко в разные стороны. Так. Ну, хорошо работает волкер. Сейчас справа налево маленькими тычочками даешь ему.
конце траву схватил. Был удар. Но слабенький. Совсем слабенький. Такой, как окуневый. Это была не трава, а был удар. Это что такое? Это была не трава, а был удар. Это что такое? Дима Марионечка, поставим блесенку. Есть, есть. Вон у нас окунек здесь, оказывается, даже есть. На капельке висит окунек-то. А у нас здесь окуньки есть. Сюда. Этого надо под жабры, потому что у него слабые губы. Вот это, может быть, и были тычки в большую приманку. Может быть, даже и больше окуньки, но не хватает у них пасти или рта. Еще раз туда. Окунь-то у нас стайная рыбка. Может, там еще есть. Поставим мы вот такого мэпсика. Вот. Такой тандем. Тандемчик. Тандем. Как удобно, когда заряжены два спиннинга. Поменял с прошлой рыбалки. Запасной хвост поставил. На прошлой рыбалке хватило этого хвоста на одну щучку. И потом он при плохом забросе у меня улетел. Я немножко там притормозил катушкой. И он улетел. Что сейчас? Приманка хорошая. Хвостов бы таких побольше. Ух ты, есть. Есть. Не прошла мимо раполы. Ну, вроде как небольшая. Но идет. Вот она, как извивается. Ну, совсем, совсем небольшая. Да, это надо отпустить уже даже на платнике. От Strike Pro. Что-то имеем. Что-то имеем, а что? Не пойму. Щучка. Есть.
Ну ничего себе сегодня размеры на такую рыбу. Офигеть. Селедка. Вот он, казалось бы, крупная приманка. Вот такая рыбешка клюет. О, убегай сама. Ну хоть свечку мне сделай. Так, ладно. Еще контрольную туда брошу. Опа. Тебе и контрольный бросил. И что-то есть. Окунек. Это самая лучшая рыба для меня, окунек. Как я их люблю. И ловить, и кушать. Вот он, красавчик какой. А я уже хотел блесенку поменять. Так, заглотил он, конечно, хорошо. Так. Мы с ним разберемся. Две щучки, что на кукане, взяли на тигровый пикшат, когда сел аккумулятор в камере, к сожалению. Вот так. У меня тут уже вот получается два таких окунька, а? И пару таких щучек. Поставил блесенку. Понтон 21, тайгер. Опа. Была поклевка. Есть. Есть. Я думаю, окунек. Что-то небольшое. И не выпрыгивает. Скорее всего, окунек. Вот мой любимый рыб. Тоже любит блесенку мотайгер, как и я. Ой. Так. Обнаружил подсачник. Спиннинг. Где там у нас что есть? Вот здесь с этим окуньком надо бы повесить его на пару. Есть. Есть. А это уже какая-то щучка, наверное. Да нет, такой рьяный окунек. Неплохой. Как он взял? Ну-ну-ну-ну. Крутись вот над подсачником. Что у нас тут? Вот такая гирляндочка. Вот. Так. Попробуем вот такого монстра. Блесну. Она, конечно, сейчас будет траву мне таскать. Но, может быть, где-то пару метров. Как их протащу. Закроем. А вдруг это то, что доктор прописал. Такая ложка, монстр. Ох ты! Может даже отстрелять. Она слишком заглубляется, кажется. Но
хоть немного я и успел протащить без травы. Это ложка не для этого водоема. Что это у нас? Куасамо. Ловит само. Пробуем куасамо. Что за хрень? Якорь цепляется за блесну. Нет, каждый заброс трава это пойдет. Вернем ее назад. Сразу отозвалось на эту троечку что-то. Я пока не понял, что. Больше похоже на окунек. На окунька. Не выпрыгивает. Мягкие рывки. Да, так и есть окунек. Иди сюда. Ой, слабенько держится. Давай над подсачником. Будешь у нас тут крутиться. Окунёк. Это желанная рыбка. Есть. Есть что-то. Ух ты. Ух ты. Это у нас не окунёк. Простите, ругаться нельзя. Что-то такое идет. Непонятное. Подсачник нужен. Вот такая вот у нас. Вот такая у нас рыбешка. Угу. Что ж ты думала? Ага. Да, подойдем к берегу. А то у меня руки оттяпает. Ага. Взял таки на вертушечку. Полежи здесь. Замоталась, так замоталась. Даже бы хотела уйти, не ушла бы. Вот так. Какая резвая. О, сколько перехлестнуло-то. Мама дорогая. Как тебя попросить это мне отдать назад?
одну сторону вытащим. Так. О. Вон как через жабра прошло все. Аж по кругу. Сейчас разберемся. Какая хорошая. Ну вот, народ, смотрите, что значит подсак из лески. Если бы это только не из лески, я бы вообще тут сидел бы сейчас неизвестно сколько. С ножом бы, наверное, вырезал все это дело. Угу. Ну теперь она будет пытаться моего Нафанаила сейчас таскать. Ну давай. Таскай. Ну вот, нашел ключик. Тайгер сегодня. Расцветка. Что в резине работает, что в вертушке. Есть. Это уже окунёк. Окунёк так работает. Катушка у меня была снята с фрикциона. Ну, большонький такой. Ну, ничего. Ничего. О, уже Нафанаила начинает напрягать и дергать. Есть. Что есть, не знаю. Но такое неплохое. Неплохое. Ну, скажем, не больше той, что была, но можно надо с посылочечком это дело. Ага. У нас окунек неплохой вышел. Вон в чем дело. Ага. Прям такой бонусный окунек. Опа. Есть. По сравнению с этим окуньком, то это вообще карпач. Прямо. Ух ты. Есть что-то. По-моему, это окунек у нас. Видите, как нащупаешь к вечеру уже, какая блесенка работает, и только остается работать и работать, и уже менять смысла нету блесна. Ёпара, смотри. Вот это зверь. Да еще и хладнокровный зверь. Это прямо монстр какой-то. Вы видали? Какое филе здесь одно только. Лет через 5 будет филе. Так, такую малышку сразу. Сразу в окно. Надо очень осторожно, она очень жадная. Ножницы мои, ножницы, зажим. Далековато. Очень жадно, он аж возле глаза прошло. Жалко, если погибнет от своей жадности. Да нет, жабры не задеты. Есть рыбы, даже без глаз живут. У них другие чувства. Ну-ка посмотрим, как она. Ну, гуляешь или нет? Ну, иди сюда поближе ко мне.
Ух ты, ты посмотри, я же говорю, что она зверь какой-то. Ух ты, под берегом. Под берегом. Когда там не брала. Вдруг взяла. Интересно, что это? Не окунёк. Травяночка. А, это ж щучка называется. Вот так и хорошо. Вот это лучше всего. Рыбалка, друзья, вышла сегодня благодаря двум спиннингам. Сегодня работала и резина, и вертушка, но в основном хорошо работал цвет тайгер на этом водоеме. Кажется, я начинаю понимать, что нам в этом водоеме нужно. Но мне кажется, рыбалочка получилась неплохая. Всем желаю такой же рыбалки и гармонии с природой. До попадания.